Японские научные и образовательные центры традиционно являются надежными партнерами Казанского федерального университета. Успешное взаимодействие постоянно расширяется и укрепляется. Однако уже сегодня, оглядываясь назад, можно сделать о нем главный вывод. Такое сотрудничество чрезвычайно плодотворно. Убедиться во всем сказанном лично смог министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии господин Хироказу Мацуно, который совместно с делегацией коллег посетил Казанский федеральный университет 14 июля. Визит в КФУ начался с заседания в одном из красивейших залов университета. Директор вуза отметил значимое сотрудничество Казанского университета с Японией, которое длится почти два десятилетия. Сокурикян сегодня является центром, который является проводником Японии, наших интересов, и он служит налаживанию совместных взаимоотношений с рядом других университетов. И вот именно благодаря этому мы сегодня в тесной связи сотрудничаем с университетом. Одним из ключевых партнеров КФУ в Японии является ведущий научный холдинг «Рикен». Организация специализируется на исследованиях довольно широкого диапазона. От физики, химии, биологии до медицины, инженерии и компьютерной техники. При этом с КФУ «Рикен» сотрудничает по всем из них. Между Рикен и Казанским федеральным университетом уже не первый год реализуются совместные исследования. Логическим продолжением нашей плодотворной работы стало подписание договора о сотрудничестве. Нам удалось реализовать прямой научный контакт японских и российских коллег. Работу лаборатории курируют профессоры из Рикен, а работают в ней ученые Казанского университета. И действительно, полученные за последнее время результаты имеют большие перспективы. Мы намерены продолжать сотрудничать с КФУ. После официального заседания гости вуза отправились в лабораторный комплекс КФУ «Рикен», который расположен в Институте физики Казанского федерального. В него вошли лаборатории фемтосекундной спектроскопии, физики сильно коррелированных систем и синтеза и анализа тонкопленочных систем. При этом заметим, что «Рикен» отнюдь не единственный надежный партнер КФУ в Японии. Сеть контактов КФУ в этой стране достаточно разветвленная. Совместные проекты реализуются как в образовании и науке, так и в бизнесе. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.